Первый звонок сегодня прозвучал для студентов Муромского филиала Московского психолого-социального университета. Первокурсников поздравил глава округа Муром Евгений Рычков. Первый звонок в МПСУ сегодня прозвучал для 99 первокурсников очного отделения. Вчерашних школьников в новый мир знаний напутствовали первые лица города. Сегодня начинается новый этап вашей жизни, студенческой жизни. Незабываемый этап, который одновременно очень интересный и очень важный и ответственный. Интересный, потому что вы здесь можете дружить своими однокурсниками, заниматься спортом, заниматься общественной жизнью, заниматься вот вместе с Медпилом молодежь Николаем Александровичем Костылевым очень важными и интересными для города полезными делами. Это все такая вот яркая студенческая жизнь, которая, поверьте мне, запомнится навсегда, и вы будете всегда с теплотой о ней вспоминать. Первокурсников поздравили депутат Законодательного собрания области Игорь Лашманов и директор филиала Ольга Осокина. Новых студентов ждут не только знания, но и активная студенческая жизнь. У нас проводится студенческая весна, у нас проводится мисс МПСУ, мистер МПСУ, то есть новогодние праздники. Все праздники у нас сопутствуются концертами, всякими выступлениями, какой-то активностью. Линейка в МПСУ, посвященная Дню знаний, была торжественной и веселой. Праздничное настроение собравшимся создавали музыкальные номера. День знаний – это, наверное, один из немногих профессиональных праздников, который объединяет в себе людей всех поколений. Ведь все мы когда-то были учениками. Именно поэтому сегодня мне бы хотелось поздравить не только студентов и профессорско-преподавательский состав филиала Московского психолого-социального университета, но и всех жителей города с этим замечательным осенним праздником. Уже завтра эти ребята вновь сядут за парту и начнут грызть гранит науки. Во-первых, это вуз московский, и у нас часть нагрузки вырабатывают московские преподаватели, давая наиболее современные знания. Во-вторых, у нас хорошие востребованные специальности, особенно вот по СПО, это право организации социального обеспечения, это земельные и имущественные отношения, правоохранительная деятельность. Поэтому, в принципе, они востребованы на рынке труда, и ребята с удовольствием идут к нам учиться. А пока у будущих юристов и управленцев есть еще один вечер перед тем, как они станут настоящими студентами. Ольга Кирешна, Александр Барсуков, Новости Мурома.